чим? Думаєш, запрацює? Запрацює, як миленький. Бошлік, дай відвертку. Гета, кай ласка. Дякуйте, зараз. Ну як? Амаль парадок. О, щабри, добрий вечір. Привітання, дівчинки і хлопчики. Ми тут з Бошліком вічний рухавік будуємо. По правді сказати, гэта Тёма будує, а я йому допомагаю. Уявляєте, як здорово буде, коли у нас свій вічний рухавік з'явить. Слухай, Тёмочка, а для чого він? Ти що? Він же може працювати без зупинку хоч 100 годів. Ого, так довго? На то і він і вічний рухавік. Невже у нас отримається? Я все підлічив, улічив, перевірив і перепровірив. Так що не сумнівайся. Здорово! А що ми будемо з ним робити? Да что за угодно. Например, захочешь ты у кресла качалца погушкаться. Ага. Подключил и гушкайся кольки улей. Ого, классно! Карусели у дворы смогут нас целыми днями катать. И самому раскатывать не треба будет. Ну а что, коли у нас такие механизмы? А коли ехать-то самоката приладить? О, можно хоть до Африки доехать. Без припынков. До Африки? Хочу Африку! Тёма, Тёма, коли ж мы его запустим, наш вечный рухавик? Так, зараз еще подключим. Еще вот подкручим. Включай худшей! Так, не прищпешивай меня! То не отрывается. Ну, не буду, не буду. Так, вот эту шестеронку треба подтягнуть. Так, агаешка на место. Усё! Усё, усё? Усё-усё, який хвалюючий момент. Бушник, ты разумеешь, что мы зараз станем соправдными героями? И поедем на самокате в Африку. И про нас дымочки два. И мы поедем на самокате в Африку. Тёма, я больше не могу. Не чапай, я сам. Ой, что это? Тёма, так и треба? И он что, сломался? Это еще за тебя. За меня? Это ты меня приспешивал. Запускай худше, в Африку хочу. Пробач, я ж не думал. Ну что мне зробить, как ты меня пробачил? Просто отойди от механизма. Ты со мной более не сябруешь? Покинь меня, кажу! Кажу, покинь сам насом с моим гором. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Дядуля, добрый день, так? Да поможите. Что сдарилось? Мы побудовали, и не мы, Тёма побудовал вечный рухавик, а литой сломался, и зараз Тёма со мной не сябрует. Ой. Я был у одним кроку от сущветной славы, ага. И на тебе. Тёма, мы побудуем новый рухавик. Думаешь, это легко? Сябры мои, перестаньте свариться, было б за чего. По-вашому, гэта дробязь? Вядома, бо, па-перше, ні за аднаго, нават самага вялікага адкрыцця, не варта сварыцца сябрамі. А па-другое? Тёма, хай цябе суцешыць тое, што многія знакамітыя вучоныя таксама спрабавалі зрабіць вечны рухавік. І што? Аднак нікому з іх гэта не ўдалося. Ось бачыш, ты дарэмна расстраиваешься. Можа, калі-небудзь у далёкім будучым і з'явяцца вечныя рухавікі, але не зараз. Чаму? Бо пераадолець законы фізікі пакуль ніхто не змог. Ой, дык я дарэмна стараўся, гэта немагчыма. Я гэта не казаў. А можа, ты якраз і ёсць той вынаходнік будучага, які зробіць вечны рухавік? Ага, сапраўды, просто трэба працягнуць свае даследаванні. Так, 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 а дзе ў мяне памылка?
Познаю нашого допитливого експериментатора. Ага. Тьомочка, а ты мультик поглядеть с нами не хочешь? Мультик завсёды хочу. А коли вешный рухавик чакал стольки часу, хай еще почакай. И правильно. Куферок чаровный, коли ласка, покажи нам мультипликационную каску. Ну вот, скончился мультик. И долгий день так само. Науково-доследший день. А давайте завтра с самой раницы начнем мастеровать новый вечный рухавик. Обовязково. Правильно, бо на свежую голову и думается легко. А зараз самый час отпочивать. До встречи, сябры. До побачения, девчонки и хлопчики. Доброй ночи, деточки мои любые кветочки. Вочки закрываются, сны каски начинаются. Тихенько лежи, баю-баю.